Медийная революция на пороге, товарищи. Русские разработчики затеяли навсегда изменить интерактивное чтиво как жанр. Как? Добавить анимацию, музыку, интерактивные ссылки. На выходе получаем платформу, на которой можно создавать как науч-поп с энциклопедиями, так и, назовем это, медиакомиксами. Выполнено это все в виде сериалов. Пока их 10. Потом, особенно когда авторы обнародуют средства разработки, появятся и сторонние серии. Я пообщался с авторами NAR8, узнал много любопытного. Главное, нынешняя iOS-эксклюзив явление временное. Уже в начале 2013-го авторы охватят все ключевые мобильные платформы и сделают веб-версию. Второе. Контент будет бесплатным, но позволят купить серию до официального релиза. Думаем, комиксы и книги вообще в ближайшие лет 5, а может и раньше, окончательно мигрируют на мобильные устройства. Вполне вероятно, что книги будут настолько интерактивны, что читатели смогут менять сюжет, общаться друг с другом в рамках того или иного произведения, вносить изменения в миры, описанные в книгах. Мы уже активно вводим игровые элементы в NAR8, например, в том же «Тайном городе». Вывод — красочно, удобно, наглядно. Нарисовано, в общем, с любовью. А вот содержание — нет, к научпопу претензий нет. И путешествия Марко Поло, и память фотографу решены интерактивно, и текст глаза не царапает. Что же касается художественных сериалов, «Санта-Барбарщину» и прочие первомистические штуки нужно убирать. Домохозяек сюда не заманишь, а рассерженным горожанам смысл нужен не только картинка.